Всем привет! А сегодня у нас на разборе такой проект, как Tripos. Tripos – это проект, который создается для тех, кто хочет путешествовать, и также для тех, кто предоставляет различные ресурсы для путешественников. Проект будет иметь некоторые предпочтения для пользователей, которые хотят использовать их токен. Во-первых, это будет быстрая оплата, также безопасное защищенное хранение данных, высокой возможности расширения. Запуск платформы Tripos состоится в третьем квартале 2019 года, а после запуска появится электронный кошелек и приложение для Android. Также создано в первом квартале 2019 года. Он облегчит всем путешественникам хранение и получение токенов Tripos. Как же выглядит экосистема проекта? Она будет позволять всем пользователям подключаться через фонд Tripos Fundament. Также планирование поездки эффективно и быстро. И очень хорошая экономия денег. Плюс экономия времени. Ну и на первом этапе проекта вы можете использовать личный электронный кошелек и на более поздних стадиях использовать дебетовые карты уже данного проекта. То есть далее они выпустят дебетовые карты. После того, как это будет сделано, то пользователи могут начать использовать свой личный кошелек через электронное устройство. Плюс токен Tripos имеет в общей сложности 12 миллиардов карт, доступных для продажи токенов это 7,8 миллиардов. Цена токена, как мы видим, составляет вот такую сумму в эфире. И софткап они установили всего лишь 150 эфиров и хардкап всего лишь 780 эфиров. Согласитесь, небольшие средства. Ну, этот проект, он просто реалист, он не собирает десятки миллионов долларов. Они посчитали, что им хватит вот такая сумма. Также различные бонусы. К сожалению, эти бонусы уже прошли. А сейчас идет третий тур. Бонусов уже нету. Также, как купить токены, можем увидеть это на сайте. Минимальная покупка это 0,05 эфира. Также вклад, как я сказал, минимум это, максимум это 2 эфира. Ну и отправить эфир на смарт-контракт. Вот этот лимит газа поставить 100 и ГВЭ 20. Далее, распределение токена давайте посмотрим с вами. 65% пойдет на продажу, 10% команде, 8% это airdrop и bounty, 12% у них пойдет на маркетинг и 5% будет зарезервирован. Да, забыл сказать, что этот токен, он сделан на платформе ERC20 Ethereum. Проект очень интересный, поэтому советую вам обратить как можно больше внимания на него и изучить его поподробнее. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, а также их соцсети, ну и, конечно же, телеграм-канал. И обязательно прочтите их white paper, чтобы изучить проект уже более детально. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!